материнство дается девушке очень тяжело. Американская светская львица Ким Кардашьян накануне рассказала, жалеет о рождении второго ребенка. После появления на свет мальчика Сейнта, девушка пребывает в депрессии и не покидает дома. Ким признала, что материнство является для нее очень тяжелой работой, от которой она сильно устала. «Каждый мой день начинается в 4 часа утра, когда я встаю кормить сына. После этого мне приходится прятаться по шкафам, чтобы не попасться на глаза своей дочери», – рассказывает знаменитость. Она поделилась, что у нее уже практически не осталось сил. «Я не знаю, насколько еще меня хватит», – пишет девушка на своем аккаунте в соцсети. Ким уверяет, что с появлением второго ребенка полностью осознала смысл выражения «один ребенок» всего лишь один, а два – это 20 детей. Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки и комментарии. На комментариях напишите, кого из звезд хотели бы увидеть на следующем видео.